мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. В понедельник на аппаратном совещании правительства в режиме видеомоста с администрациями районов глава республики Шалбан Караул обсудил вопросы готовности Министерства сельского хозяйства к старту посевной кампании. По данным Минсельхоза Тувы, посевная площадь по текущему году составила более 30 тысяч гектаров под картофель, овощные, зерновые и кормовые культуры. Подготовлено чистых паров на площади около 10 тысяч га. По республике установлены агротехнические сроки, из них для зерновых культур ранний сев с 1 по 20 мая. Поздний сев с 15 по 30 мая. Для кормовых культур весенний сев с 20 мая по 10 июня. Дополнительно требуется приобрести около 4500 тонн семян на сумму не менее 46 миллионов рублей. В бюджете этого года на поддержку сельхозтоваропроизводителей предусмотрено всего около 60 миллионов рублей. Хозяйствами планируется закупить 85 тонн удобрений на 2 миллиона рублей. Заключены договоры на приобретение минеральных удобрений хозяйствами Тандынского, Кахемского, Судхольского и Пихемского районов. Россиянам на этой неделе придется работать 6 дней вместо 5, а затем наступят 4-дневные выходные в связи с празднованием 1 мая – Дня весны и труда, сообщает Роструд. Выходной переносится с субботы 28 апреля на понедельник 30 число. Благодаря переносу в праздник весны и труда граждане отдохнут 4 дня – с 29 апреля по 2 мая. В Роструде добавили, что согласно Трудовому кодексу, рабочий день в субботу 28 апреля, который предшествует выходному, должен быть короче на 1 час. Управление Росреестра Тувы осуществляет государственный земельный надзор, который производится путем проведения проверок систематического наблюдения за исполнением требований земельного законодательства. По итогам за прошлый год на территориях Мангунтайгинского, Дзунхемческого и Судхольского районов республики проведено более 150 проверок соблюдения юридическими лицами и гражданами земельного законодательства, из которых плановых проверок 80, внеплановых 76. Инспекторами проведено 52 административных обследования объектов земельных отношений, в результате которого выявлено 25 признаков, 21 факт нарушения земельного законодательства и 3 заключения об отсутствии нарушений земельного законодательства. Из результатов следует, что распространенным нарушением земельного законодательства является самовольное занятие земельного участка или его части, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством России прав на указанный земельный участок. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от налога на доходы физических лиц и ежемесячных выплат, сообщает информационное агентство РИА Новости. С 1 января этого года в России введены ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка. Выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте России за второй квартал года, предшествующего году обращения за ее начислением. Поскольку такая господдержка носит социальный характер, закон освобождает эти выплаты от НДФЛ. И о курсах валют. Доллар стоит 61 рубль 77 копеек, евро 75 рублей 79 копеек. Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений и огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Сорвались со скалы. 22 апреля в правоохранительные органы Байтагинского района поступило сообщение о доставлении в Карахольскую участковую районную больницу 4-летнего мальчика и его 7-летней сестры в тяжелом состоянии, где им выставлен диагноз черепно-мозговая травма тяжелой степени, травматический шок. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
Проведенными неотложными мероприятиями установлено, что 22 апреля 2018 года в селе Карахоль Республики Тыва около 20 часов вечера дети выбежали играть во дворе дома, затем самостоятельно поднялись в гору примерно в 330 метрах от дома на высоту около 90 метров. В ходе игры мальчик оступился и начал падать вниз. Семилетняя сестра, пытавшаяся спасти брата, тоже упала. О случившемся сообщила взрослым, игравшая с детьми девочка. После доставления в медицинское учреждение мальчик от полученных телесных повреждений скончался. Состояние девочки оценивается как тяжелое. Третьего апреля в детском саду номер 4 города Кызыла открылась стажировочная площадка и кабинет сопровождения «Доброта», который оснащен современным оборудованием. Это уже третий по счету кабинет по сопровождению детей-аутистов и детей, имеющих признаки данного расстройства, который создан на финансовые средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выигранного Министерством образования и науки Тувы в прошлом году. Напомним, общая сумма гранта составила 11 миллионов рублей. Правительство республики выделила средства на софинансирование в размере 30% от общей суммы гранта. Основная цель кабинета «Доброта» – это создание условий для эффективных изменений в системе помощи детям группы риска и семьям, их воспитывающим. Специалистами необходимо способствовать достижению максимально возможного уровня развития и социализации детьми данной категории. В кабинете будет осуществляться психологическое и логопедическое сопровождение. В связи с чрезвычайным происшествием по отравлению группы детей в селе Тургалок, специалисты республиканского наркологического диспансера 23 апреля выехали в служебную командировку в Шаганар и проверили работу наркологического отделения Улухемского межрайонного медицинского центра. Выезд с целью оказания методической помощи по организации проведению лечебно-диагностической профилактической работы как с населением, так и с несовершеннолетними Улухемского Кажуна. На учете там состоит 270 человек, из них 1% – это несовершеннолетние. Несовершеннолетние состоят на учете с пагубным употреблением наркотических веществ. Они выявлены как в рамках медосмотров, так и в ходе проведения различных рейдовых мероприятий. Что касается алкоголизации населения, безусловно, там у нас состоит порядка 200 человек, страдающих алкогольными проблемами. Сегодня в районе работает врач-психиатр-нарколог, медсестра наркологического кабинета и фельдшер кабинета медицинского освидетельствования. В ходе проверки параллельно оказывалась консультативная помощь для населения. Так, клинический психолог посетила школу номер 2 города Шаганар, где провела беседу по профилактике употребления психоактивных веществ. Профилактическую беседу о вредных последствиях употребления психоактивных веществ. И выявила в ходе игры такие основные причины, почему, то есть подростки, учащиеся, начинают употреблять там психоактивные вещества. Ну, вот такие основные причины были. Ну, для поднятия настроения, для азарта, может, так выразились учащиеся, от одиночества, подражание взрослым и от нечего делать, и чтобы казаться взрослее. Вот такие вот причины мне назвали учащиеся. По итогам рабочей поездки проведена тщательная проверка медицинской документации и оставлены рекомендации по устранению выявленных недостатков. Также отмечено, что профилактическая работа с населением проводится, но отсутствует системность профилактики в Сумонах, в связи с чем рекомендовано усилить работу в данном направлении. Юный хюмейджи из Тувы Саин Кулар стал дипломантом 3-го международного фольклорного фестиваля-конкурса «Предания старины» в Саранской республике Мордовия. А его наставник, народный хюмейджи Тувы Герман Кулар, ставший на конкурсе лауреатом высшей степени, объявлен лучшим руководителем среди участников фестиваля. Участниками данного фестиваля стали более 300 человек из России и ближнего зарубежья. Туву представила Тустакская детская школа искусств Авюрского района.
На первом республиканском FM-радио «Голос Азии» открылся новый сезон радиоквеста «Замес майонез». Ведущая по правилам квеста прячет в черте города приз, а слушатели пытаются его найти с помощью загадки. Отгадать зашифрованное в загадке место бывает непросто, но сегодня у участников был отличный стимул. Это подарок от партнера магазина брендовой джинсовой одежды «Elvers Jeans». Магазин находится по адресу Дом быта, второй этаж, отдел 219. В зашифрованном месте сегодня победителя ждал фирменный джинсовый рюкзак и сертификат со скидкой. Сегодня первым сказал фирменную фразу «замес майонез» и забрал подарок наш радиослушатель Аяс. Замес майонез. Поздравляем вас! Вот ваш подарочек. Кстати, получить скидку от магазина может каждый. Достаточно просто прийти в магазин Elvers Jeans и сказать кодовое слово «замес майонез 111». Успевайте, предложение действует до 9 мая 2018 года. Играйте в «замес майонез» и получайте подарки. Слушайте квест уже завтра в 13.10 на радиостанции «Голос Азии». Универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8 подготовил для жителей Тувы розыгрыш холодильника марки «Бирюса». Для участия вам нужно купить продукты на 600 рублей, и вы получаете карту с номером, которая позволяет вам участвовать в розыгрыше. Не забывайте, чем больше карточек, тем больше шанс получить приз. Розыгрыш нового холодильника марки «Бирюса» состоится 27 мая в 15 часов по адресу Ровенская, 8 в универсаме номер 19. На 600 рублей вы можете приобрести много чего. Если вы бережливая хозяйка, то приходите в универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8. Еще и поучаствуйте в розыгрыше. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми за и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Спонсор выпуска погоды «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми за и выиграй путевку в лето. «Отличные наличные». С заботой о клиентах. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, в горах дождь со снегом. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5 градусов. Днем ожидается потепление от 24 до плюс 26 градусов тепла.